Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам необычные факты о Невской маскарадной кошке. Длинная шерсть, голубые глаза и пойнтовый окрас. Невскую маскарадную кошку невозможно не заметить. Она настоящая гордость отечественной фелинологии. Одни клубы считают ее отдельной породой, другие определяют как подвид сибирской кошки. И это только одна из интересных особенностей Невской маскарадной. Итак, представляем вам необычные факты об этой пушистой красавице. Свое название Невская маскарадная кошка получила из-за города проживания и внешнего вида. Разведением представителей породы впервые занялись в городе на Неве, Санкт-Петербурге. Маскарадной же кошку прозвали из-за особенностей окраса. Темная шерсть на морде у нее похожа на маску. Невские маскарадные кошки – очень преданные животные. Они плохо переносят отсутствие хозяина дома. Невские маскарадные не отличаются навязчивостью и не терпят пренебрежительного отношения к себе. Они любят, когда с ними общаются на равных. Невские маскарадные кошки отлично приспосабливаются к самым разным климатическим условиям. Густая шерсть позволяет им комфортно чувствовать себя при низких температурах. Летом же в жару невские маскарадные линяют, сбрасывая лишнюю шерсть. Хвост невской маскарадной кошки нельзя расчесывать. Волоски на нем очень тонкие и легко выдергиваются. Шерсть на хвосте невской маскарадной растет очень медленно. Невские маскарадные кошки любят поговорить. Они регулярно рассказывают хозяину и другим членам семьи, в которой живут, что-нибудь на своем языке. Эти животные обожают получать ласку и внимание. Если вам нравится кошачье мяуканье и мурлыканье, то вам определенно стоит задуматься над тем, чтобы приобрести себе невскую маскарадную кошку. Невские маскарадные кошки могут похвастаться большими размерами. Средний вес у кошек колеблется от 5 до 6 килограммов, а у котов от 8 до 10. Что касается роста в холке, то в большинстве случаев он составляет от 25 до 40 сантиметров. Невская маскарадная кошка обладает крепким здоровьем. Селекция у нее происходила естественным путем, поэтому генетические болезни невским маскарадным не свойственны. В среднем эти кошки живут 15-20 лет. Необычные факты о невских маскарадных кошках только подтверждают распространенное суждение о них. Эти кошки действительно заслуживают особого внимания. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!